Добровольная проверка знаний. В ближайшее время в Ангарском округе состоится образовательная акция «Тотальный диктант». Она пройдет традиционно на 6 площадках города. Свои силы в области орфографии и пунктуации смогут испытать все желающие. Ограничений по возрасту нет. К слову, освежить свои знания по русскому языку можно на специальных курсах. Подробности далее. Быть грамотным – модно. «Тотальный диктант» – это крупнейший просветительский проект в области русского языка. Ежегодно он объединяет сотни тысяч человек по всему миру. И что примечательно, из раза в раз количество желающих проверить свои знания становится больше. Свыше 100 стран, 700 городов, почти 500 000 участников. И это только рекорды прошлого «Тотального диктанта». В этом году цифры, по мнению экспертов, будут еще весомее. Все потому, что 2024 станет для акции юбилейным. Она пройдет в России уже в 20-й раз. Цель-то у «Тотального диктанта» очень простая. Да, это привить интерес, расширить интерес к изучению русского языка, популяризация русского языка. Ну а личная цель у каждого своя – проверить уровень грамотности, потому что быть грамотным сейчас модно. Вот. И поэтому каждый может прийти себя проверить, потому что мы не ругаем за двойки. Мы, наоборот, поощряем тех, кто интересуется языком, кто пытается проанализировать свои ошибки, кто пытается понять, почему вдруг он пишет безграмотно, хотя 10 лет, даже 11, мы изучаем русский язык. Да и вообще, жить в России, родиться в России, не знать своего языка, ну это моветон, дурной тон, я считаю. «Тотальный диктант» – это акция добровольная и открыта для всех желающих. Проверить свои знания русского языка и уровень грамотности можно вне зависимости от возраста, вероисповедания и образования. Автор текста в этом году – писательница, журналист, многократный финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева. «Тотальный диктант» в Ангарске в этом году пройдет 20 апреля в 13 часов на 6 площадках. Ангарский государственный технический университет, молодежный центр «Лифт», центральная библиотека в 17 микрорайоне, Ангарский лицей номер 1, медицинский колледж и школа номер 16, которая находится в селе Одинск. В Ангарском округе «Тотальный диктант» проводится с 2010 года. В его организации участвуют координаторы, филологи и волонтеры. К подготовке подходят основательно. Например, за несколько недель участники акции могут посетить специальные курсы. Они помогут освежить в памяти знания по русскому языку. Старт занятий запланирован на 24 марта. А проходить они будут в Центральной библиотеке в 17 микрорайоне каждое воскресенье в 11. Регистрация же на сам «Тотальный диктант» начнется 10 апреля на официальном сайте проекта. Наталья Хмелева, Александр Черник. Местное время.